Вот наша стандартная резина с проставками, жесткая. Решил попробовать такой же, как на грузовичке. Сейчас на средний мост накинем, потом накинем родную, посмотрим, насколько вынос. Мне кажется, здесь 12 миллиметров, то есть больше будет торчать, выпячивать. В общем, глянем сейчас, ставлю на место. Так вот, родные колеса плотную стоят. А вот такие, как на грузовике. У них небольшой вынос. Сейчас посмотрим сбоку. Вот так вот они выглядят сбоку. Родные интересно, конечно, но и выноса нет. Ну, вот эти, мне кажется, пободрее смотрятся. Так, поставили оба диска с резиной. Теперь вставку красим в черный цвет и приворачиваем. Так, одну часть, точнее комплект, мы собрали. Сделали так же, как на грузовике. Покрасили вставку декоративную в черный цвет. Вот так вот у нас это выглядит. Теперь вторую сторону делаем. Второе, точнее вторую часть, второй комплект мы собрали по такому же принципу. Все, продолжаем сборку нашего прицепа. Так, решили сегодня поставить ящички. Шел, значит, по магазину, видел вот такие вот коробочки металлические с крышкой. И решил использовать их под наши ящички. Так вот нормально, я думаю, будет засыпать, наверное, будет все, может и нет. В общем, нужно нам обрезать и придумать, как зафиксировать крышку, чем мы сейчас и займемся. Поехали. Так, была вот такая коробочка, укоротили, стала такая. Теперь думаем, какие петли поставить. Наверное, поставить что-то покрупнее, типа вот такой вот. Как это все будет выглядеть, даже не знаю, пробуем. Так, все, привернули болтами, коротких не было, поэтому длинными. Думаю, мешаться не будет, что-нибудь еще придумаем, как их использовать. Теперь пробуем зафиксировать. Так, вот что получилось. Этот, наверное, покрасим в черный цвет. Все открывается, откидывается. И закрываются эти болты, как мы сейчас используем. Продолжаем, вторую делаем. Второй ящик тоже готов. Единственное, что крышка у нас зеленая. Думаю, не очень будет смотреться. Была еще бирюзовая какая-то. Надо было ее взять. Вот это, возможно, не красить будем. Попробуем зачистить. Я попробовал наждачкой, но это очень долго, конечно. Но деваться некуда, наверное, будем зачищать. И уже устанавливать.